Друзья, небольшой лайфхак для курятника, ну вообще для тех, кто держит птицу. Как сделать так, чтобы курица потребляла витаминки и одновременно с этим, ну как бы активничала. Ну, можно сказать, делала зарядку. Посмотрите, можно взять небольшой кочан капусты, вот такое полукольцо, вкрутить в него, ну или каким-то образом сделать так, чтобы можно было кочан капусты подвесить на небольшом расстоянии от земли, так чтобы птица ела ну, саму капусту и как бы подтягивалась, даже можно сказать прыгала для того, чтобы это сделать. Вот у меня здесь специальный такой ремешочек висит, и сейчас мы подвесим вот так кочанчик и, соответственно, курочка, когда будет нуждаться в витаминах, ну и просто ради интереса будет подтягиваться и есть капусту. Вот, одна курочка уже прочухала. Началось. Ну, на самом деле, можно подвести еще повыше. Где-то сантиметров, наверное, на 10, чтобы она прям туда прыгала. Но для начала можно и так, чтобы они попривыкли, чтобы они понимали, что что-то подвешенное – это что-то вкусненькое. И, соответственно, чтобы они уже потом старались подтягиваться. Сейчас я немножечко побольше. Молодцы, дерутся даже за кусочек капусты. Сейчас чуть повыше подвешу. Вот сейчас, видите, высота оптимальная. То есть курица подтягивается, прыгает и заодно разминается. Идеальная высота, мне кажется. Ну давай, покажи нам, насколько ты прыткая. Раз, раз. Сильно высоко не надо. Достаточно, чтобы вот таким образом она могла чуть-чуть подпрыгнуть, вытянуться. Ну, получается, вот такой фитнес. Умиление просто за этим наблюдать. Вот так, друзья, когда все прочухают, и время от времени, ну хотя бы раз в недельку подвешивать вот так качанчик, то курочка будет с витаминчиками, она будет подтянута, она прекрасно разомнется, когда будет прыгать. В общем, все будет хорошо. Птица будет активной. Thank you.